Детские площадки без качелей, горок и скамеек, неработающие фонари и стихийные парковки на газонах. Так сейчас выглядит дворовая территория между домами 10А и 10Б на улице Геологов в микрорайоне Опалиха. Какие изменения здесь произойдут буквально в следующем году, жителям рассказали сотрудники администрации, представив на их обсуждение предварительную схему комплексного благоустройства. Что проектировщик пока нам предлагает? На месте, где мы стоим, предлагает сделать парковку. Только уже нормально, да, то есть бордюр, асфальт, расстановка елочкой. А сзади вот просто она такая маленькая, да, он предлагает здесь сделать маленькую, ну, детскую площадку с учетом деревьев, мы их, наверное, трогать не будем, да. И здесь он пока нарисовал нам тоже детскую площадку, которая находится за, это 10Б, за 10Б. И вопрос, я вот так понимаю, у вас освещение со стены здания, да, идет освещение? То есть парковка, в принципе, не освещена. А, ну вот мы можем на этом столбе предусмотреть его замену и сделать два направления. Ну, то есть освещать дорогу. И один сейчас не горит. Только будет ярко гореть. Жаловаться, наверное, шторы надо будет плотные. Очень яркие они светильники. Очень яркие. Прямо, они... Ничего страшного, да? Предварительный проект в целом получил одобрение жителей. Предусмотрено все. И дополнительное освещение, и обустройство парковочных карманов, и две детские площадки. Одна для самых маленьких с качелями и каруселями, другая для ребят постарше, с уличными тренажерами. Площадка соответствует всем нашим пожеланиям. Здесь есть и парковочные места, и места отдыха для родителей, бабушек, и развлечения для детей. Желательно, если она будет резиновым покрытием, потому что в наше время непогоды много, и хорошо будет гулять ребятишкам в любую погоду, зимой, и в дожди, и после дождей. Есть и песочницы, и качели на все вкусы, и турники для тех, кто хочет заниматься спортом. Собственно, все устраивает, еще бы побольше освещения, чтобы ребятишки по вечерам перед сном тоже могли прогуляться. В рамках проекта дворовая территория будет под наблюдением видеокамер, что порадовало и автолюбителей, их средства передвижения будут под присмотром, и родителей, под обзор попадают и детские площадки. Все пожелания жителей внесут в окончательную схему благоустройства, утверждать ее будут уже через месяц.